Всем привет! Сегодня сделаем распаковку AirPods первого поколения, но более свежей модификации. Это версия наушников с MagSafe. И наушники запакованы в заводском блистере. Сбоку есть такой язычок. Сбоку упаковки на него тянем и снимается блистер. И если же хотите блистер оставить на упаковке, можно по контуру аккуратно снизу ножку порезать, чтобы низ снялся, а вес начали быстро на упаковке оставить. Это признание. Снимаем листер, поднимаем верхнюю крышку упаковки. И что мы видим? Первое — это фильтр. Небольшая коробочка, там есть пару бумажек, там есть инструкция. Максимально кратко с иллюстрациями, как их открыть, как их запустить. Далее идет зарядный бокс с наушниками для запаковки. Поднимаем вставку, и есть зарядный кабель в комплекте. Идет с одной стороны версия Type-C, с другой стороны Lightning. И в части у нас остались смены амбушюрных размеров. На наушниках амбушюры размера M — это средний. И в комплекте амбушюры размеры S, наушников. И есть размеры больше, это L амбушюра. И вы можете заменить на более удобный для вас амбушюры. Вот на фото полностью весь комплект. Бумажки, кабель, бокс и амбушюры. Вот как это выглядит. Амбушюры снимаются, они сидят довольно плотно. Влага защита. Амбушюры сидят довольно плотно. Так вот, наушники выглядят без амбушюр. Есть много наушники, плохо держатся в ушах. Они могут даже не попадать. Поэтому некоторые говорят, что даже можно наушники пробовать носить без амбушюр, чтобы они вас не попадали. Надо пробовать, кому как заходит их носить. Запускается максимально открывай. Просто. Открываете бокс. Все, тихо. Открываете. Ваш телефон обнаружит уже новые наушники. AirPods Pro. Подключить? Да, нажимаем. Подключить. Вы нажимаете кнопочку подключить. Наушники обнаруживаются. И нажимаем приступать. Вот наушники подключены. Вот и все подключение. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии и оценивайте видеоматериал. До новых встреч. Всем пока.